конструкторы и деструкторы позволяют четко определить время жизни конкретного значения типа структуры. Время жизни для какого-то конкретного значения – это временной интервал между вызовом конструктора для этого значения и вызовом деструктора. Давайте посмотрим на примере. Пусть некоторая переменная типа структура, ну, например, целочисленный массив, определена внутри функции. Данная переменная будет существовать до выхода из функции. Соответственно, деструктор будет вызван условно, когда мы дойдем до фигурной закрывающей скобки. Если мы объявим в этой же функции вторую такую переменную, то ее конструктор будет вызван сразу же за конструктором переменной А1, и деструктор также будет вызван при выходе из функции. Однако, если конструкторы этих двух переменных вызывались в порядке сначала конструктор А1, а потом конструктор А2, то удаляться они будут в обратном порядке. Сначала вызовется деструктор А2, а потом вызовется деструктор А1. Если некоторая переменная определена во вложенном блоке, ну, например, в теле цикла, то ее создание будет происходить при выполнении соответствующей строчки цикла, то есть в этой строчке будет происходить вызов конструктора. А вызов деструктора будет происходить при выходе из соответствующего блока, то есть при достижении закрывающей фигурной скобки. И в данном примере, так как тело цикла у нас выполняется 10 раз, мы пробегаемся переменной и от 0 до размера первого целочисленного массива, то и создание переменной внутри цикла произойдет 10 раз, то есть на каждой итерации будет вызван конструктор, а деструктор будет вызван каждый раз после окончания итерации цикла. Время жизни – это одно из базовых, основополагающих понятий C++. Очень важно, чтобы в программе не происходило обращение к переменным или некоторым значениям до начала их времени жизни или после. Если такие обращения в программе есть, то это ведет к неопределенному поведению.